Всем привет, с вами Алексей. 27 июня 2018. Прикопанные отводки от однолетних саженцев. И вот такая вот ситуация. Сорт Боровской. При выкапывании, при прикапывании отводков мы видим вот такие вот орехи. Я думал, это единичный случай, но не единичный. Такие орешки присутствуют постоянно. Не знаю, что с ними делать, убирать, не убирать. Честно говоря, даже не знаю. Пусть пока будут, и там посмотрим. Вот такая вот ситуация. Поэтому есть сорта, которые очень хотят плодоносить. И вот сорт Боровской. Если это Боровской, да, по крайней мере, он покупался как Боровской. Это один из них. Нет, я не знаю, как насчет для промышленной обработки и так далее, но если для себя, для дачи, покушать, я считаю, это один из самых лучших сортов. Он очень стремится к плодоношению. Вот, как видим, у него орешки везде находятся. Просто вот где он может заложить, он везде их закладывает. И при этом у него листья небольшие, они как бы немножко скрючиваются, он хорошо освещен. Поэтому прощает всякие агротехнические ошибки, хорошо плодоносит. И ну, для дачников, я считаю, это идеальный вариант для тех, кто не часто бывает на своей фазенде. Там раз в недельку, допустим, он вам все простит и все поймет. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.